Привет Алексею, Илье, Элеоноре, Василию. Благодаря этой компании я здесь. Я прилетел в Нью-Йорк 20 числа. Первые впечатления в Нью-Йорке очень хорошие. Здесь все по-другому. Как вы видите, мы на пляжу Брайтон-Бич. Вот мы здесь, можете посмотреть. Развить эту тему, вот, и по этой теме поехать, значит, в США по теме прыжков с парашютом. Вот. Тема оказалась очень даже рабочей, вот, и визу американскую вот я получил, B1-B2, с первого раза. Да, я знаю, что сейчас у вас уже есть приглашение из клуба Флорида, да, готовимся и создаем реальность тематику. Пальтубашковский. Сейчас вот прилетела группа ребят по программе IFF, ну, то есть, как бы, сейчас вот их встречу и отвезу там, где они могут искупаться, принять. Аэропорт достаточно крупный, то есть, он принимает и международные рейсы. Кстати, есть прямой рейс в Киргизии здесь сейчас. В Москве тоже очень много рейсов, то есть, порядка 7 рейсов в день, как минимум. Да, курс IFF – это курс, который рассчитан на 2-3 недели. Он включает в себя прыжки, а также теоретические занятия, теоретическую подготовку. Да. После окончания курса парашютист получает полный пакет документов на английском языке. Все, что ему понадобится для поездки в США. Все живем, да, и всегда на ногах, вот, когда прыгаешь с парашюта, ты там где-то на высоте 2000 метров и просто летишь, и тут все видно, и люди такие маленькие. Да, такой Google Maps, да, большой? Да, Google Maps, просто. Еще я давно, с детства увлекался, потому что много читал про параплан. У меня начался с параплана, и потом перешел на парашют. А потом, вот теперь думаю, гулеться, вот, Винксин там, да, Винксин? Винксин. Когда прыгаешь с парашюта, это, вот, как бы у тебя внутренний мир тут раскрывается, можно сказать, да. И у тебя, можно сказать, воздуха не хватает, и просто, какая-то... Особенно, когда холодно. Это просто, можно сказать, взрыв мозга. На своем национальном языке, пожалуйста, расскажи свою программу, сколько ты прыгал и прочее. Мен был программада ЕКА дәрдім. ЕКА дәрдім ішінде мен Азербайджан нәсілдерді үйрендім. Бұл жерде барлық нәсілдерді үйреткен. Шын айтқанда, екі жолы секіріп аялай соным болды. Мен секіргенім бұл, қандай ғана соным. Бұны мен сөзіменен айтып жеткізе алмаймын, бірақ сіздерге әрдайым айтам, келіп, үйреніп, анан кейін парашютта секірсең бұл сіздер үшін. И... Анан айта кетерім,
Иля менен Катяга аябай ыраазычылыктарын билдирем, себеби булар мени көп нерсе үйрөндү, баардыгыңарга айтамын, ушул жерге келгиле, ушул жерден окуп көрүңдөр. О, класс. Все, давай, 5. Спасибо, что все так здорово. А, я хочу еще сказать, что мы парашютистов продвигаем дальше, и в этой сфере действительно можно классно работать и продвигать. Спасибо, что ты решил выбрать это именно направление и построить свою жизнь в таком-то адреналиновом ключе. А, рахмат сіздерге. Мара бұл аябай чоң маңилүү иш болды.